Красота неописуема. Канал имени Москвы. Вот. Отсюда поснимать. Съемка идет. Ну, слава богу. Сколько домов понастроили. Раньше только вот эти три были. И там еще старые дома. Сейчас вон сколько понастроили. Ну, кстати, тут такой как будто пляж. Люди вот отдыхают, загорают. Неплохо. Утки. Такие утки за лето выросли. Огромные такие, жирные. Не поймешь, где утки, где утята. Такие все большие. Отъелись к осени. Скоро на юга полетят. Я помню, мы когда только переехали, там первый, второй, третий год, мы с сыном сюда вот ходили на пляж как-то загорать, купаться. Слава богу, тут не запрещено купаться. Иногда таблички ставят, что запрещено, но сейчас разрешено вроде. Вон даже спасательный пост есть, вышка. Вон там платный пляж, Ясная Поляна называется. Там, небось, еще и бассейн есть. А может и нет. Просто зонтики, лежаки. Платные. Вот бесплатно так можно на песочке полежать. За деньги вот там под зонтиками. Вон там утки сидят на бордюре. Конверхатуру залетели, там сидят. Ничего, люди загорают, кому можно. Мне нельзя загорать, поэтому я и не загораю. Вода грязноватая здесь. Или это утки разбарахтали. Если купаться, то надо вот туда подальше плыть. Вон там буйки. За буйки нельзя заплывать, там теплоходы ходят. Красиво здесь. Место красивое. Я вообще люблю возле воды. Там, сколько я тут говорила? 4 минуты. Чтобы пойти на скамеечке посидеть. Там тетка какая-то загорает, честно говоря. Пойду посижу на скамеечке 5 минут. Никого нет. Посидеть 5 минут у воды. Посижу 5 минут, домой пойду. Поеду. Сейчас посидим. Тут иногда ходят такие. Сейчас вот маленькие лодки. Тут где-то недалеко есть пункт спасателей. Это они тут катаются, проверяют акваторию. Я помню, как-то очень давно, лет 15 назад, мы с сыном тут сидели, тоже купались, загорали. И проплывал такой теплоход, назывался Башкортостан. Тут, ну, в принципе, тут такие большие теплоходы ходят. Поэтому надо только дождаться. А вот листья уже желтые висят. Посидеть у водички. Здесь обычно все скамейки заняты, но сегодня, слава богу, свободно. Вот люди там вот на травку просто вот так прийти выходной, да, вот просто постелить одеяло и посидеть здесь. Кайф, кайф неимоверный. Вот видите, какую огромную домину построили. Прямо у самой воды. Красота. Красота. Вот там жить наверху, вид на Москву-реку, на канал имени Москвы. Вот в этом доме жить обалденно. И под окном пляж. Не надо никакого Майами. Вот в этом доме квартирку прикупить. Блин, я бы с удовольствием сюда переехала. Рядом парк обалденный и пляж под окном. Представляю, сколько квартира стоит в этих домах. Вот. Или хотя бы вот на том берегу. На том берегу не очень интересно, хотя там тоже вот парк. И вот в парке церковь восстанавливают. Я же говорю, в Химках сейчас очень много строится. А вот на том берегу тоже пляж есть, оборудованный зонтиками, может быть, платный. Но он есть и парк, он какой благоустроенный. Эти скамеечки, лесенки и церковь он строит, восстанавливают.
Конечно, я бы хотела вот в этом доме жить. По утрам гулять, сидеть на балконе, пить кофе. Или на кухне открыть окно, любоваться на Москву реку, на каналы мини Москвы. Такое место шикарное. Представляю, сколько квартиры стоит в этом доме. Он еще не сдан, кстати, дом еще строится. Может быть, уже сдан. Но дом обалденный, дом огроменный. Это, я понимаю, он как полукруглый в ту сторону. Это вот середина, где высокая сама. Это середина и в другую сторону полукругом. Обалдеть, в таком домике прикупить квартирку. Вообще, хотела бы я в таком месте красивом жить, на реке, чтобы окна на реку выходили. Вообще, шикарное местечко. Тут кого только нет. И утки, и чайки. Видите, чайки, вот это белые, это чайки. Раньше же говорили, что Москва – это порт Пяти Морей. Сюда же можно же по Москве-реке сюда как-то. Москва-река же есть, речной вокзал есть. Красота. Боже мой, какая красота. Просто праздник души. Вот так у воды посидеть. Люди приезжают сюда вот на весь день с детьми. Вообще-то я вышла в поликлинику с утреца. А потом думаю, дай-ка зайду в парк, прогуляюсь. Здесь рядом от поликлиники, недалеко от центральной. Зашла прогуляться. Домой-то я еще успею. Хорошая погода. У меня сегодня последний выходной, завтра на работу. Три выходных пролетели как один день. Да, место очень красивое. Небо какое голубое. Красота. Вот, что-то не видно ни одного теплохода. Вот один, когда я только подходила, по парку шла, издалека только видела. Большой теплоход прошел, а сейчас вот нету. А иногда прям идут один за другим. Огроменный прошел, я не знаю, как он под мостом там поместился. Вот где жить-то надо. Я, конечно, тоже в неплохом месте живу, в красивом. У меня рядом с домом лес. Вот так осенью красиво. Там клены, березы, рябины, сосны. Вот так выйти прогуляться. Утки летают прям над водой, летают на перегонки. Уток здесь много. Их тут, видимо, подкармливают, хлебушка приносит. Красота. Утки летают. Катерочки, вот эта служба спасения. Спасатели на катерочках проверяют, не нарушает ли кто-то что-то. Ой, ребятушки. Пойду я, наверное. Не дождемся мы сегодня теплохода. Как же я люблю возле воды отдыхать. Сейчас бы тут вот на травке постелить одеяло, растянуться, тут полежать, покемарить, книжку почитать. Вот это отдых, вот это я понимаю. И вообще отключить телефон, интернет. Просто с книжкой поваляться часок-другой. Покемарить тут на свежем воздухе. Наверное, представляю, как тут хорошо спится на свежем воздухе. Так взять с собой термосок с чаем, бутербродики, посидеть тут. Вышла из дома, вроде вышла в поликлинику. У меня на сегодня какие еще дела? Я уж дома не буду сниматься. У мужа сегодня выходной, он там обзванивает компании, ищет это, потолок натяжной делать. Сказал, на днях пригласит кого-нибудь. Может быть, даже сегодня. И я говорю, давай приглашай, когда меня дома не будет. В среду или в пятницу, когда я на работе весь день. Придут там мужики какие-то. Не люблю, когда чужие люди в квартире. Вот так у меня один выходной, и там какие-то мужики будут ходить. Оно мне надо. Я, конечно, могу на кухне отсидеться. Так, мне надо на завтра блузку погладить. Сейчас приду, блузку поглажу.
Еще я там нарыла белую рубашечку, которую надо погладить тоже. Ой, как красиво. Кстати, волна пошла сильная. Значит, идет теплоход большой. Шлюзы открыли. Когда открывают шлюзы, вода, наверное, прибывает. Раз такая волна пошла, значит, идет большой теплоход. Или с той стороны, или с этой. Короче, прилив пошел. Воду сбросили. Так что, ладно, я еще посижу 5 минут, подождем теплоход. Может, подойдет. Если телефон раньше не разрядится. Видите, какая красота. Вода прямо на деревья, прямо над водой.